Наш рулет очень простый, ингредиенты очень простые, но он сочный и очень вкусный. Он станет хитом вашего праздничного стола. Добрый день! Вы на канале Процветок. Меня зовут Саша. Меня зовут Зоран Маркович, я реставратор. Сегодня будем делать рулет Стефани. Но рулет Стефани будет на наш способ. Для рулета Стефани фарш 50 на 50, говядина, свинина. Сухари панировочные, отварная морковь, корнишоны, лук репчатый, яйцо отварное, соль и перчик. Естественно, сыр положим на концу, чтобы он красиво выглядел празднично. Наш рулет все-таки праздничный. Начнем приготовление. Надо совершенно помнить, что рулет можно готовить из мяса разного. У нас это смесь говядины и свинины. Да, у нас... Можно делать из курицы. Можно делать из курицы и свинины, но в основном это классический мясо. Свинина, говядина. Значит, примерно добавляем одну отварную морковку. 100 грамм, 2 до 3 огурчика. Одну среднюю головку лука. Сразу солим. Мы солим крупной солью, она более слонее. Перчим. Добавляем сухари. Свежее яйцо. И мешаем. Рулет, фарш промешали. Чтобы не мельчить сильно отварное яйцо, на концу добавляем и отварное яйцо. Тоже слегка промешаем. Наша масса для рулета готова. Для запекания нашего рулета нужен нам противень, слегка смазана обычным маслом. Берем нашу массу, заготовку, и ее прижимаем руками в облику формы рулета. Наш рулет формировали, ставим запекать на 180 градусов, где-то 27-30 минут. После этого мы его достанем, ставим сыр сверху и еще запечем. Наше мясо уже готово. Любой сыр можно натереть. На данный момент мы взяли сыр плавленый для гамбургеров. Он более красивый, легко плавится. То, что нам нужно. Обратно ставим наш рулет на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился, чтобы стал красивый. Все-таки это наш праздничный рулет. Наш праздничный рулет уже готов. Мы предлагаем вам этот рулет с вашего стола праздничного, он первый уйдет. Приятного аппетита! С наступающим Новым годом и Рождеством!